Главы российских университетов, эксперты, ученые, а также студенты обсудили послание президента Нурлыжол на встрече в посольстве Казахстана в России. Эксперты утверждают, что пути решения задач, представленные в послании, актуальны не только для нашей страны, но и для других государств, в том числе и для России. Это связано с тесным сотрудничеством двух стран. Послание, с которым обратился президент страны совсем недавно, имеет чрезвычайно важное и значимое, большое значение. По своей форме оно достаточно лаконичное. Но это не значит, что оно не имеет глубокого содержания. Наоборот, как никакое другое, оно предполагает очень серьезную, глубокую проработку всех необходимых шагов для преодоления тех проблем, которые есть в стране. И я бы сказала, не только в вашей стране,